В небе над Кубинкой авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» провела уникальные полеты. Впервые в едином строю при исполнении комплекса фигур сложного и высшего пилотажа были сразу три типа истребителей – Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Во время полета дистанция между ними составляла менее 3 метров. Летчики продемонстрировали косые петли, горки и полупереворот.